Привет всем. Анна Сосафа. Видно меня. Как дела? Всем привет из Лондона. Из дождливого Лондона. Погода, конечно, как всегда. В стиле Лондона. Все, укачало просто. Давно меня не укачало, конечно. Только прилетел вот из аэропорта, я думаю. Сейчас зашла на заправку и купила сникерс, съела. Зачем я это сделала? Мне так плохо. Фух. Плохо просто. Такое какое-то отравление, правда. Сладкое вообще не люблю, а тут еще. Что я испортила? Погоду в Лондоне? Как ее можно испортить? Она вся такая. Она здесь не портится. Завтра крылечки эти на ресничке. А я завтра еду к этому, к Петру. Буду делать лазер. Я, кажется, телефон не смогу вообще держать. Ой, телефон, говорю. Лицо не смогу показывать. Наверное, неделю. Завтра будет. Да, лимон с водой, правильно вы говорите. Воду с лимоном, точно. О, прям. А вы 10-го волоса в Артхэр, ну они классно делают, очень круто. Я очень довольна. Все, кто видит, они просто не могут поверить, что такая работа бывает, особенно вот здесь, за границей. Что издевается, после того, как я съела сладкого, еще кол, мне сейчас вообще выйдет от одной мысли. Девчонки, как губы крашу, расскажу, как только придут мои помады. Мало того, что я крашу их, я еще делаю такой пигмент, чтобы он оставался, таким, из которым можно делать форму губ любую. Я вам готовлю очень бомбическую помаду. Я же не просто так ее делаю. Могла бы сделать тяп-ляп, все, как эти делают все. Тяп-ляп какой-нибудь налепить вам ее. А зачем? Хочу сделать нереальную. Крутейшую. Помады будут, я думаю, что в сентябре. Они раньше будут. Они на самом деле... где-то к лету, вот, ну, уже точно в сентябре будет за продажу. А раньше я делала один раз лазер, я делала всего один, у Саймона, но я не делала вокруг глаз, а сейчас я буду делать вокруг глаз. Общаюсь ли я? Ну, не могу сказать, что мы прям так часто общаемся. Я звонила ему, он давненько уже. Очень бы хотела его увидеть, конечно, поехать. Надеюсь, что вот следующим летом меня приглашают в Краснокаменск, потому что там будет день города. Звонили мне с урановых шахт, представительство шахты по урану. Добычу урана из Москвы. Спросили, не хотели бы вы поехать в ваш город на день рождения вашего города. Я говорю, с удовольствием. Так что если поехала, я бы к отцу заехала тоже. Неплохо. Нет, у меня не татуаж будет. У меня липсик мой. Который я для вас готов. Немножко не растушевала. Дочки делали, потому что здесь в Европе прививки, если ты не сделаешь, то в детский сад не возможно. В школу тоже.
потом мы делали. Какой лазер буду делать? Буду делать, ну, завтра увидеть, я не знаю, как он называется. Знакомиться с удовольствием. Частые эфиры, но я делаю, когда одна. Сейчас я еду в машину, делать нечего. 10 минут. Почему вы не будете прямой эфир? Спасибо. Да, помада будет матовая. Я специально взяла, у меня вот мои сэмплы помад, которые есть. Я взяла, намазала девочке, у которой губы маленькие. Ну, тоненькие губки, я намазала ей моей помады, она офигела, ей так круто, я в шоке, я просто сейчас тестирую на всех, на белокожих, на смуглых, на загорелых, тонкие губы, такие губы, нормально, очень круто, просто нереально. Цвет волос у меня в Art Hair знают, это они мне покрасили последний раз. Спасибо за пост про Байкал. Ребята, вы даже не благодарите, потому что это просто минимум, что я могу сделать. Сердце разрывается, как быстро все гибнет. И кто-то мне сейчас писал в личку, типа, Вика, вы там пишете про китайцев, вы не знаете. Да нет, я знаю. Я как раз-таки знаю. Я вижу, как они убивают у себя все. Мы же на границе с Китаем живем. А потом этот Михалков снимал как-то фильм документальный про деревни, как они исчезают, наши деревни. И вот рассказывал, как эти китайцы приезжают там за Байкалье и убивают озера, просто полностью уничтожают, в которых была рыба. Они туда заливают какие-то химикаты, потому что поливают, выращивают там, же лето у нас сезон маленький, выращивают там огурцы, помидоры, не знаю, теплицы строят. И дядька рассказывает, я вот иду на работу, говорит, огурцы вот такие, условно говоря, с работы иду, а огурцы уже вот такие. Они там такую химозу льют, у нас говорит, показывают прям озеро, вот, пожалуйста, была рыба в этом озере, мертвая, убили за пару лет. Все убито, понимаете? Как можно не говорить об этом и не поддерживать? Завод уже построен, да? Съела. Про проект Венера. Какой проект Венера? Который Жак Фреско, который создал. Конечно, слышала. Не слышала, все знаю. Там во Флориде он, да, делает? Ой. Кома хозя дьер очи, кома хозя дьер. Вообще никогда не укачет обычно. Это что-то нонсенс какой-то. Как отношусь к Нике Минашу? Нормально отношусь. Нике Минаш. Мне это нравится, как ее зовут? Карди Би. Какую цену помады будет? Где-то по 20 долларов. Долларов или евро. Получается 20 евро, это сколько у нас? 1500 рублей, условно говоря. За 1500 рублей будет в сете две помады. Две, два цвета. Ну, так получается по 700 рублей за помаду. Что, сейчас секунду подожди.
Учусь в МГУ ПП. МГУ ПП, всем привет! Это мой университет, в котором я училась. Ко мне иногда подходят люди и говорят, о, я в вашем университете учусь. Я так понимаю, что там все знают, что я училась там, да? У меня был курс, а наш курс назывался 98.6. В 98 году я поступила в экономический факультет. Чеченская снафа. Блин. Да. Упала, все. Я люблю чеченский народ очень сильно. Я была в институте, была подружка, Залина ее звали. Так я ее любила, мы все так дружили вообще. Она такая классная была. Она говорит, Ика, я там в 5 утра встаю, говорит, помолиться, намаз. Я говорю, Залин, ты встаешь? Я говорю, ты за меня молись тоже, пожалуйста. Она такая, я всегда за тебя. Я такая, да. Я говорит, я падаю просто с кровати. Я с ней приходила в гости, мы всегда, мама, как не любила, мама, папа, братья, сестры. Всегда этот стол накрывали, всегда, как у нас по праздникам. Каждый раз. Залина. Как у меня фамилия была? Закаева. Ага, yeah, something here, yeah. And then you turn right. And, yeah. Turn right, yeah. Ну ладно, я приехала, всех люблю. Пошла. On the right? And then right again. Oh, I can't. Ah, okay. Then, no. Yeah. That's actually that's on the left. Yeah. Yeah. That's the. Yeah. Okay. So it's here. Ладно, все, пока, пошла. I love you.